Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Общественный Первый канал и Беренчи радио начинает прямую трансляцию с Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики. Өзүңдөргө белгилүү болгондой, бүгүн 27 мартта өлкөнүн кээ бир аймактарында айылдык кеңештердин, тактап айтканда 21 айылдык кеңештин депутаттарын жана 6 шаардык кеңештеринин, бул Ош, Кемин, Балыкчы, Каракол, Токмок жана Майлы Суу шаардык кеңештеринин депутаттарын шайлоо болуп өттү. Мына ушул добуш берүүнүн жүрүшү жана алгачкы жыйынтыктары боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгунал Абдраимов маалымат бермекчи. Сегодня, 27 марта, в Кыргызстане состоялись очередные и досрочные выборы депутатов местной кеңеши. Поэтому о предварительных итогах голосования и о ходе голосования сегодня нам расскажет на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдума в Кыргызской республике Туйгуналы Душналиев. Извините, Туйгуналы Абдраимов. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сегодня в 20:00 завершились очередные и досрочные выборы депутатов в местные кеңеши. Вот как проходили выборы? Какова была активность электората на местах, в регионах? Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые соотечественники, уважаемые представители средств массовой информации. Сегодня, как уже сказано выше, прошли выборы в 6 городских кеңешей и 21 сельских кеңешей. Айльных кеңешей. Всего в голосовании участвовали 24 политических партий. Количество избирателей было 270 773 человека. Выборы в целом прошли в штатном режиме, спокойно, без особых происшествий. Обязательно, надо сказать, вначале были небольшие затруднения с аппаратурой по идентификации и автоматически считывающей урны. Техника есть техника, но в целом эти трудности преодолены, и везде идентификация прошла нормально, и автоматически считывающие урны работали. По прозрачной урне выборов не было. В целом я хотел бы остановиться на процентах участия вначале. Всего приняли участие 56% от общего количества избирателей. В Кемине процент участия 53,6%, в Токмаке 61,5%, в городе Ош 60,5% участия, в городе Майлы Суу 54%, в городе Балыкчы 52% и в городе Каракол 43%. В целом, по айылдык кеңешим, как я уже говорил, вместе с городами процент участия 56% в среднем, плюс-минус. 55,9%. Позвольте остановиться, какие партии, сколько процентов голосов взяли. Начнем с Каракола. В Караколе первое место заняла партия «Табулга» 28,5%. Второе место заняла социал-демократическая партия Кыргызстана около 14%. Третье место политическая партия «Кыргызстан» 10,2%. Четвертое место политическая партия «Республика Таджурт» около 9%. И пятое место занял «Өнүгүү прогресс» 8,3%. То есть в городском кеңеше города Каракол будет заседать 5 политических партий. Так, следующее – Балыкчы. Первое место заняла партия «Замандаш» 20,8% голосов. Второе – политическая партия «Кыргызстан» 13,4%. Третье – «Республика Таджурт» 11,2%. Четвертое место – социал-демократическая партия 11,1%. И пятое – «Өнүгүү прогресс» 9,5%. То есть, по предварительным результатам, в Балыкчынском городском кеңеше будет заседать 5 политических партий. Кемин. Первое место – социал-демократическая партия 36%. Второе место – Республика Таджурт 17,4%. Третье место заняла «Замандаш» 10,1%.
4 место Үнүгүү Прогресс 8,5 и партия Улуу Кыргызстан 8,4 заняла 5 место. В городском кеңеше города Кемин будет заседать 5 политических партий. По предварительным результатам, заранее предупреждаю. Это город Такмак. Первое место заняла 37% социал-демократическая партия. Второе — политическая партия Кыргызстан, 20%. Третье место заняла партия справедливости и развития, АК, 12%. Четвертое место заняла Республика Тазюрт, 10,4%. В городском кенеше города Такпак по предварительным данным будут заседать 4 политических партии. Город Ош. Первое место заняла социал-демократическая партия, 30,6 голосов. Второе место заняла политическая партия Кыргызстан, 15,7 голосов. Третье место Мекеним Кыргызстан, 11,8% голосов. Четвертое место Республика Тажорт, 9,7. Пятое место Бирбол, 8,5. И шестое место Үнүгүү Прогресс, 8%. То есть по предварительным результатам в городском кенеше города Ош заседать будет 6 политических партий. В целом, как я уже говорил, это предварительные результаты, которые нам поступили от автоматически считывающих урн. Вы знаете, как только выборы заканчиваются, при нажатии кнопки выходит результат от автоматически считывающей урны, и одновременно на наш сервер поступает сигнал с каждой участковой избирательной комиссии. То есть у нас это оперативные результаты. Теперь почти во всех местах ручной подсчет закончился. В ближайшие дни они нам привезут бумажные протоколы, и окончательные результаты и распределение мандатов будем производить по результатам ручного подсчета. Дүйшен Алиевич, шайлоо өткөн аймактарда шайлоочулардын катыштыгы кандай пайызды түздү? Кайсыл аймактарда активдүүлүгү шайлоочулардын көбүрөөк болду, кайсыл аймакта төмөнүрөөк болду? Жалпы жонунан республика боюнча 56% шайлоочулар катышты жанагы 27 жерде. Кемин шаарында 53.6% катышты. Токмок шаарында 61.5% катышты. Ошто 60.5% катышты. Майлы суу шаарында 54%ге жакын катышты. Балыкчыда 52%, и шаарлардын арасынан эң аз катышкан процент бул 43% Каракол болду. Туйгун Алай Душанелевич, а все ли избирательные участки были оснащены вот техникой, оборудованием? Все избирательные участки были оснащены со стороны ГРС ноутбуками, ридерами для считывания отпечатков пальцев и ID-карт. С нашей стороны все были оснащены автоматически считывающими урнами, даже запасными, с запасом. И мы даже системных администраторов тех районов, где не проходят выборы, направили в те участки, где будут проводить выборы для оказания помощи. Ну, я еще раз говорю, вначале утром какие-то проблемы были с техникой, но в течение часа все они ликвидированы, и в целом по всем 27 округам местный кенеш выборы прошли спокойно в штатном режиме. А в ходе голосования были ли серьезные, грубые какие-либо нарушения? Серьезных, грубых нарушений в ходе голосования не было. Почему? Потому что, как вы знаете, мы, комиссия, все нарушения, которые происходили раньше в участковой избирательной комиссии, максимально ликвидировали. Если помните, были вброс бюллетеней пачками. Сейчас автоматически считывающая урна пропускает по одному.
Если помните, раньше после при подсчете, при передаче данных в Центральной избирательной комиссии некоторые руководители местных органов власти меняли цифры в протоколе. Угу. Сейчас вы знаете, как я уже говорил, автоматически информация поступает в наш сервер. Мы потом его сравниваем с ручным подсчетом. То есть у них нет возможности что-либо исправить. В-третьих, один избиратель, один голос. Если помните, раньше был карусель, один человек мог несколько раз заходить. Одного человека могли в несколько участков записать, чтобы он в несколько участков проголосовал. Все это сейчас, благодаря сбору биометрических данных и по биометрической регистрации, ликвидировано. Угу. Сейчас у нас проблема осталась, мы должны признать проблемы вне участка. В некоторых участках был подкуп избирателей. Угу. Правоохранительные органы, члены участковых избирательных комиссий составляли акты. И сейчас они будут к нам поступать, и мы, по мере их поступления мы будем их изучать и принимать соответствующие меры. А до какого времени будут приниматься замечания, жалобы? Территориальные избирательные комиссии в течение 3 дней принимают жалобы, плюс в течение 3 дней еще, плюс к этим 3 дням. То есть территориальная избирательная комиссия 3 дня, после него еще центральная избирательная комиссия еще 3 дня будем принимать жалобы. Ушул биометрикалык маалыматтарды, жаңы технологияларды колдонулган бул жергиликтүү кеңештерде алгачкы жолу шайлоо өтүп жатпайбы? Бүгүн шайлоонун башында, ушул шайлоонун жүрүшүндө кээ бир аймактарда ушул техникалык мүчүлүштүктөр катталып, 1-2 сатка чейин баягы шайлоо токтоп калган учурлар катталып турда. Бул мүчүлүштүктөр кантип жөнгө салынды? Бул жалпы добуш берүүнүн жүрүшүнө чоңураак таасирин тийгизген жокпу? Жок, чаңырак таасирин тийгизген жок. Биз биометрикалык ушундай технологияларды былтыр эле жергиликтүү кеңеште апробация кылып баштаганбыз. Бул жолу мына бир эле негизинен мисалы ГРС 4-төн 3-төн идентификационный оборудование коюп атты. Кээ бир жерде бирөө иштебей калып атты, үчөө иштеп атты. Бир эле участоктон бабурдан 4-тө тең иштебей калган экен. Техникалык себептер менен, техника деген техника 55 мүнөт ичинде жасап коюшту жакшына кайгылып. Калган жерде баардык жерде идентификационный оборудование иштеди. Ал эми урналар болсо кээ бир жерден эртең менен туура эмес иштетип алышкан экен, бир 10-15 мүнөт ичинде оңдой коюшту. Ал эч кандай проблема болгон жок. Бир эле жерден бир участоктон 3 урна тең иштебей калган экен, бул мүмкүн атайын кылындыбы деп атабыз, бирок барып оңдолуп, баары иштеп калды. Негизинен бул оборудонияларды күндөн күнгө пайдаланганды биздин участкалык комиссиянын мүчөлөрү үйрөнүп атат. Бул жаңы нерсе. Ката көбүнчө ошо адамдык фактор болуп атат. Күндөн күнгө окутуулар көбөйүп, күндөн күнгө урнанын идентификациясын оборудованияны пайдаланганды биздин участковый комиссиянын мүчөлөрү жакшы үйрөнүп калды. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча сиз башында айтып кеткен ушул партиялар боюнча пайыздык көрсөткүчтөр боюнча жыйынтыкты кайра бир сыйра ушул кыргыз тилинде айтып коесузбу? Кыргыз тилдүү журналисттер үчүн. Анда урматтуу журналисттер, кыскача цифраларды дагы бир ирет тактап кетейин. Жана Караколдон баштадым эле. Каракол. Караколдо 7% барьерди 5 партия басып өттү. Биринчи орунду Табылга саясий партиясы 28.5%. Экинчи орунду Социал-демократиялык партиясы 14%ге жакын. Үчүнчү орунду Кыргызстан саясий партиясы 10.2%. Төртүнчү орунду Республика Атажурт саясий партиясы 9%ге жетип калды. Башты и 5-чи орун 8.3 Өнүгүү Прогресс саясий партиясы. Башкача айтканда, Каракол шаардык кеңешинде алгачкы жыйынтыктар боюнча 5 партия иштейт. Балыкчы. Балыкчыда дагы 5 партия өттү. Биринчи орунду Замандаш саясий партиясы алды 20.8% менен. Экинчи орунду 13.4% менен Кыргызстан саясий партиясы алды. Үчүнчү орунду 11.2% менен Республика Атажурт саясий партиясы алды. Төртүнчү орунду
социал-демократиялык партиясы алды 11,1% менен 5-чү орунду Өнүгүү прогресс саясий партиясы 9,4% менен. Башкача айтканда Балыкчыда шаардык кеңеште 5 партия иштейт. Токмокто 4 партия өттү. Биринчи орунду 36,7% менен Кыргызстан социал-демократиялык партиясы алды. Экинчи орунду 20% менен Кыргызстан саясий партиясы. Үчүнчү орунду 10,4% менен Республика Атажурт саясий партиясы. Үчүнчү орунду кечирип коюңуздар. Ак партиясы 11,7% менен алды. Төртүнчү орунду 10,4% менен Республика Атажурт саясий партиясы алды. Башкача айтканда Токмокто 4 саясий партия мандат бөлүүгө катышат. Кеминде 5 партия өттү. 7%'lik барьерден биринчи орунду 35,7% менен социал-демократиялык партия, экинчи орунда 17,4% менен Республика Атажурт партиясы, үчүнчү орунда 10,1% менен Замандаш партиясы, төртүнчү орунда Өнүгүү прогресс 8,5% менен, бешинчи орунда Улуу Кыргызстан саясий партиясы 8,3% менен. Кемин шаардык кеңешинде мандат бөлүшүүгө 5 партия катышат. Ош шаарында биринчи орунду Кыргызстан социал-демократиялык партиясы алды 30,6% менен, экинчи орунду Кыргызстан саясий партиясы 15,7% менен, үчүнчү орунду Мекеним Кыргызстан саясий партиясы 11,8% менен, төртүнчү орунду Республика Атажурт партиясы 9,7% менен, бешинчи орунду Бир Бол 8,5% менен, алтынчы орунду Өнүгүү прогресс 8% менен. Ош шаардык кеңешинде биздин жогорку кеңеште эле мандат бөлүшүүгө 6 саясий партиясы катышат. Ну и в завершении хотелось бы узнать, когда будут окончательные итоги выборов? Эми, кудай буюрса 2-3 күн ичинде эле жыйынтык чыгып калат, кагаз протоколдор келет. Биз ошондо дагы кыскача пресс-конференция берип, кайсы партияга канча мандат бөлүнгөнүн айтабыз. Бирок дагы жолу белгилеп кетем, бул алдын ала чыккан жыйынтык, акыркы жыйынтыкты кийин кагаз протоколдор келгенде тактайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио урмандар, биз ушул борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат жыйынынан бүгүнкү 27 мартта өлкөнүн кээ бир айылдык жана шаардык кеңештеринде өткөн шайлоонун алгачкы жыйынтыктары боюнча маалыматты алып жеткиздик. Ушуну менен бүгүнкү маалымат жыйыны соңуна чыкмакчы. Уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом мы подводим итоги, завершаем, а окончательные итоги будут подводиться через несколько дней. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Саламатсыздарбы.